Мне очень приятно было вернуться на родину, но уже именно приглашенным гостем. И я буду очень рада видеть всех на концерте. Для меня это не просто концерт, для меня это больше, потому что петь на своей родине это непередаваемо. И я пользуюсь случаем и поздравляю всех с наступающим Новым годом. Желаю всем счастья, любви, здравия, процветания, богатства, во всем успехов, творческих побед. Ну и, конечно, пускай все цели сбываются. Также, пользуясь случаем, я благодарю президента Туркменистана за приглашение. Для меня это действительно очень-очень много значит. С большим уважением, благодарностью и, можно, если разрешите, даже сказать с любовью, благодарю.